Крупная победа Енисея в чемпионате страны по хоккею с мячом. Накануне красноярцы принимали уральский Трубник. Предыдущий матч в Первоуральске Енисей выиграл со счетом 11-3. Поэтому от этой игры красноярские болельщики ждали только победы. Счет открыл Алмаз Миргазов. Он через 4 минуты забил еще один гол, и Трубник ответил голом, как оказалось, единственным в этом матче. Далее забивали только красноярские хоккеисты. Итоговый счет 9-1. Трижды отличились Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов. Этот матч тренеры и игроки рассматривали скорее как тренировочный перед воскресной игрой. Енисей будет принимать Байкал Энергию из Иркутска в матче за Суперкубок России. Как бы ты их не настраивал на сегодняшний матч, все равно мы обязаны были это делать. Но они все равно не смотрят через игру. Хорошо, что выиграли. И все равно у нас есть свои какие-то претензии, но и ребята знают то, что они не выполнили сегодня. Моменты, те, которые они знают, как нужно делать. Ну, все-таки надеюсь на то, что они думали через игру.